Всем привет! Сегодня я хотел поговорить о кремах для бритья. Ну, начинал я вот с этого крема Прораса, наверное, многим известен. В принципе, ничего плохого сказать не могу. Вот. Единственное, он как бы скольжение, ну, такое вот, как мне показалось, хорошее не дает. Значит, это вот первое, с чего я начал. А затем я, ну, читал там где-то советы на форумах, вот такой вот табак, что вот это вот, ну, гораздо лучше. Вот, стал пробовать, приобрел тоже вот этот вот табак, крем для бритья. Вот, вроде бы как получше, вроде бы получше. Ну вот, еще так я на всякий случай, к слову, такие вот есть. Единственное, я ими не пробовал бриться. Вот, ну так, для общей информации. А самая главная суть в чем и из-за чего я вот этот вот фильм снимал. Значит, я посмотрел тоже видео. Значит, есть такой мастер по заточке, Шамиль его звать. Не знаю, как фамилия. Шамиль, он там иногда видео выкладывает. Ну, как он затачивает, ну, в смысле, как бы видно, что, ну, мастер достаточно высокого уровня. Вот. И, значит, глядя фирму, эти фильмы, он тестировал бритву, вот он затачивает, тестирует. Ну, тестирует он, как мы знаем, самый лучший тест – это тест на бритье. И вот как раз он вот эти тесты делал. Значит, он использовал вот такой вот крем. Крем для бритья. Сейчас я поближе покажу, чтобы... Вот. Но в фильме он использовал вот это вот... Сначала мажет слой крема, а сверху уже берет там, ну, какой-то вот... Сбивает пену. То есть этот крем, он такой, он не создает пену, не мыльный, он такой как бы вот предварительный, что ли. Здесь вот я толком и инструкцию, ты, честно говоря, не перевел. Я вот сейчас инструкцию тоже так вот, кто может сделать стоп-кадр, и вот эту вот инструкцию хорошенько прочитать. Вот. Я просто сегодня получил, попробовал, побрился и решил вот этот вот фильм сделать. Значит, вот еще раз название. Вот. Так вот, Шамиль там берет вот этот вот крем, значит, он на влажную, значит, вот лицо умывается водой, и сверху наносится вот этот вот крем, вот, а затем он берет обыкновенный там какой-то вот, которым мы пользуемся, уже помазок, и взбивает пену, и сверху этого крема уже пену, и дальше бритье. Вот, я именно так и сделал. Я, ну, не стал здесь сдаваться, там, просто вот этим кремом. Мне кажется, вот им намазаться и можно бриться без вот этого, без крема, который вот пену сбивает. Ну, я в фильме смотрел, значит, он мажется кремом и дальше вот это вот по мазкам уже пену. Так вот, что еще раз, почему меня сподвигло этот фильм снять? Значит, я сегодня побрился, и вот я почувствовал разительную разницу вот между, если просто крем вот пенный для бритья, и между тем, как вот просто кожу вот этим кремом и дальше уже пена. То есть вот настолько мягкое скольжение, настолько я почувствовал вот очень большую разницу, очень большую разницу. Поэтому, если у кого-то есть возможность, значит, я его покупал на eBay. Особенно адреса какие-то меня, я думаю, смысла нет спрашивать. Значит, вот на eBay название загуглите там и выберите тех, которые перед... Там не все в Россию пересылают вот этот крем. Кто пересылает в Россию, если есть вот желающие, можете приобрести. Вот просто рекомендую, мне очень понравилось. Очень понравилось. Плюс хочу сказать, что он... Несмотря на вот эти вот свойства свои, вот такое мягкое бритье, он абсолютно, как бы вам сказать, не какой-то вот такой жирный, который там его не отмоешь там или с бритвы не смоешь, абсолютно такого нету.
То есть он легко смывается, и там с лица там все, никакой жирности, никакой-то ничего ни к чему не прилипает. Понимаете? Он такой вот как бы совершенно простенько смывается. Но при всем при том, он дает очень комфортное вот бритье в плане скольжения. Поэтому, ну, вот так. Все, всем пока.